Сигнал тревоги поступил около 2 часов дня. Людей он застал сразу после обеда. Одни успели зайти в офисы, других не пустили уже на подходе. Массовую эвакуацию провели в здании управления судебных приставов на улице Кудрявцева, а также соседних с ним офисах и магазинах. Минут 15 уже бы стоим. Сказали срочно покинуть здание. Найден предмет. Вот стоим. Минут 30 стоим. Сумочку там нашли бесхозную. Да. Всех эвакуировали. Просто сказали, пока покинут, пока. И толком ничего не объяснили. Просто сказали покинуть и все. Многие не успели даже накинуть куртки. Их вывели из здания в футболках. Оказалось, что под крыльцо супермаркета неизвестные подбросили чемодан. Однако люди опасность всерьез не воспринимали. Несмотря на то, что сотрудники полиции и охраны перегородили улицу Пожалостина до пересечения с Кудрявцева, сюда по-прежнему пытались завернуть машины, а прохожих приходилось останавливать буквально за руку. Да не страшно, нет. Не страшно. Я сам Афган прошел, у меня вообще ничего не страшно. Специалисты отметили, что размер сумки большой. Если она полностью наполнена взрывчаткой, то ударной волной заденет и соседние здания. Поэтому действовали очень аккуратно. Сначала чемодан обследовала кинологическая служба. Затем на место прибыла группа разминирования. Сапер приблизился к сумке в специальном костюме. Однако быстро понял, что угрозу он не представляет. Открыть чемодан удалось буквально за несколько минут. Он оказался пустым. Виновника происшествия будет искать полиция. Отметим, что все организации, в которых прошла эвакуация, работают в штатном режиме. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор